Олимпиады сельских спортсменов – это уникальное мероприятие не только для Алтайского края, но и для всей страны. Подобные массовые старты проходят в нашем регионе более 30 лет. Аналогов в России им нет. Нынешняя зимняя Олимпиада в Смоленском районе стала 31-й. Право выступить в финале участники завоевали в острейшей борьбе на отборочных соревнованиях. Всего в зимних стартах по 8 видам спорта приняли участие более 2000 селян. В 6 видах – палеотлоне, шахматах, хоккее, лыжных гонках, зимнем футболе, состязаниях спортивных семей – лучших определяли в сибирском подворье. В торжественной церемонии открытия приняли участие делегации всех районов участников, которые прошли мимо центральной трибуны спортивного объекта. Участников и гостей Олимпиады поздравили первые лица края. Команды со всего Алтайского края, участники финальных стартов зимне-олимпийских игр, сельских спортсменов сегодня здесь. Это большое количество атлетов. Они все ждали этих состязаний по разным видам спорта, по зимней программе, чтобы здесь показать свои лучшие результаты. Талисманом Олимпиады стал жеребенок гирлянда, символ скорости и целеустремленности. Традиционное поднятие флагов российского триколора и олимпийского завершилось зажжением факела. Право открыть эстафету олимпийского огня доверили биатлонистке Смоленского района Елене Серовой. Огонь Олимпиады зажег Сергей Желтов, мастер спорта международного класса по палеотлону. По окончанию церемонии наградили призеров лыжных гонок, а также лучшие спортивные семьи, для которых эти соревнования подошли к концу. Среди семей с мальчиком победа досталась Руслану, Елене и Сереже Софиулиным из Павловского района. С девочкой чемпионами стали Николай, Мария и Вика Комиссар из Родинского. Ну, мы, в принципе, просто занимались, мы для себя катались. Нам предложили, мы решили попробовать. Вообще, мы любим лыжи, поэтому как бы у нас вся семья занимается лыжами. А все остальное просто подтянули, можно так сказать. Свои коррективы в планы организаторов внесла погода. Из-за дождя пришлось отменить лыжные эстафеты. Правда, днем ранее у мужчин в гонке свободным стилем победу на финишной ленточке вырвал шипуновец Алексей Денисов. На сегодняшнюю гонку действительно настраивался, готовился. Ну, сегодня со старта, после 2 километров уже, в принципе, уже определилась тройка, и она бы не изменилась в любом случае, только, как говорится, местами. Первый, второй, третий, второй, первый. То есть со 2 километра уже было понятно, кто будет в тройке. У женщин в лыжной эстафете свободным стилем в очередной раз победу одержала Марина Зитькова из Первомайского района. В финальных соревнованиях по палеотлону лыжники участвовали в спринтерской гонке. Мужчины бежали 7,5 километров, женщины 6. Победительницей в женской гонке стала Алена Шосток из Ребрихинского района. По итогу первых дней я проиграла первое место 1 очко. То есть мне нужно было сегодня догнать и обогнать. Ну, то, что я и сделала, в принципе. 48 выбила из 50 и 72 раза отжалась. В командном первенстве в палеотлоне успеха добились спортсмены Павловского района. А вот победителя в хоккейных соревнованиях выявляли в серии буллитов. В шахматах не было равных представителям Ребрихинского района. Виктория Захарова, Александр Белых и Андрей Шлаузер принесли своей команде золотые медали Олимпиады. Условия игры, в принципе, приемлемые. То есть нам, шахматистам, не надо каких-то особых условий. Главное, чтобы в помещении была и доска. То есть в целом все как обычно, в принципе, на Олимпиадах. Примерно так все и проходит. В соревнованиях по зимнему футболу в финальную четверку пробились команды Смоленского, Шипуновского, Кытмановского и Каменского районов. Судьба золотых медалей решалась в противостоянии кытмановцев и шипуновцев. Первые в упорной борьбе победили 3-2 и лишили соперников чемпионства. Кроме того, поражение футболистов из Шипуновского района лишило их не только золота в этом виде спорта, но и во всей Олимпиаде. В итоге с разницей в 28 очков победа досталась павловчанам. Третий год подряд они становятся зимними чемпионами. У нас традиционно сильный палеотлон, который выиграл здесь. Сильные спортивные семьи, которые тоже здесь выиграли. Третьи места заняли лыжники и шахматисты. Вот эти виды приносят нам основные очки и приносят победу. Второе место завоевали представители Шипуновского района. Бронзовые медали в общем итоговом протоколе у представителей Каменского. Хозяева Олимпиады обосновались на 5-й строчке в табеле о рангах. Несмотря на все те трудности, которые были вместе с нами, мы постарались их преодолеть. Жаль, что подвела нас погода. И некоторые виды спорта мы не смогли в полной мере посмотреть и насладиться тем успехом, который бы принес победу какой-либо из команд. Поэтому я думаю, что Олимпиада удалась.
у каждого из ребят было отличное настроение. Спортсмены подружились, пообщались. Ну, а мы, конечно же, были рады их приветствовать на своей родной смоленской земле. Хочу выразить слова благодарности, конечно, и спортсменам за качественную подготовку к данным соревнованиям, руководителям делегации, что смогли подготовить так достойно свои делегации. Хозяевам, конечно, невзирая на все сложности, выражаю благодарность за подготовку спортивных объектов. И скажу, что Олимпиада прошла на хорошую твердую четверку. 31-я зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая завершилась. Лучшие спортсмены получили сертификаты от спонсоров. 10 районов были отмечены кубками. В следующем году хозяином 32-й зимней Олимпиады станет Завьяловский район. Дмитрий Гладких, Дмитрий Козерлыга и Алексей Шаульский. Новости.